какая Ира? Спасибо. Мой сын ничуть не изменился, он не стал не менее образованным, не менее культурным, не менее внимательным ко мне. То есть ничего не изменилось, кроме одного пункта, но это тоже не страшно. Это тоже не страшно, и это не зависит ни от него, ни от меня. Так сказать, если не можешь что-то изменить, надо к этому привыкнуть, все нормально. И очень хочется, чтобы другие люди вот так же относились, так же терпимо. Я думаю, что просто если бы вот как-то люди бы были более посвящены в этом вопросе, а это не трудно, литература есть, и очень немного надо прочесть, чтобы понять, что это не преступление, не болезнь. Не сегодня, 17 мая, несмотря на дождь, проходит митинг сексуальных меньшинств. Это уже второй в городе митинг такой в Санкт-Петербурге, который согласован с властями. Прошлый проходил в прошлом году. Не летят туда даже шарики? Плакаты. Плакаты не летят. А больше еще больше? 20 шаров уже прилетели. Погода, правда, немножко подкачала, а в целом все отлично. Человек стоит и улыбается, значит, человеку хорошо. Там вот где все настроены гамбары. Одно радугу я тебе. Да, утро посмотрели, да их встречали. Нам говорили, привет, Минчин. Да, вот они когда проходили, когда мы ой, я зашарил. Держи. Как у вас настроение? У нас отлично. Нет опасений. По поводу как нет? По поводу гомофобов. Гомофобов? Угу. Ну, не знаю. Ну что делать? Мы уже пришли сюда. Надо бороться за свои права. Сегодня, любить и быть счастливым. В этот день, в 1990 году, человечество отказалось от одного из самых опасных и печальных предрассудков. Предрассудков о том, что любовь одного человека к другому – это болезнь. К сожалению, подобных предрассудков остается все еще много. Поэтому мы сюда пришли. Ненависть к чужому, ненависть к тому, кто чем-то не похож на тебя, это источник маленькой гражданской войны. Я хочу вам всем напомнить, что когда этот город закладывался 300 с лишним лет назад, первый указ, который сдал Петр I, был указ о толерантности. Потому что он говорил о том, что он закладывает, он прорубает окно в Европу. А что это означает? Это означает, что мы вместе с Европой, точно так же, как и европейцы, должны быть толерантными к инакомыслящим. 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Ура! Понравилось мероприятие? Очень понравилось. Главное, это первый раз, когда нас охраняет такое количество сотрудников милиции. Я просто чувствую себя вип-персоной, на самом деле. Я чувствую себя гражданским активистом, который, наконец, служит своему обществу. Ура, мы поехали!